Горячая вода вернулась в дома красноярцев и теперь счастливы помыться с комфортом жители Кировского, Ленинского, Советского и Свердловского районов. Отключили водоснабжение у них еще 20 мая, одновременно с окончанием отопительного сезона. И все это время в трех районах шли гидравлические испытания. В ходе диагностики специалисты обнаружили на теплосетях больше полусотни повреждений. 30 порывов они уже устранили. И закончить остальные работы планируют до 20 июня. Но без горячей воды здесь людей больше не оставят. Во дворах установят временные надземные трубопроводы. Но это не все отключения, и следующая волна в городе стартует 17 июня. Отключение горячей воды коснется жителей Советского района, а также части Центрального района, микрорайон Покровка. Останов также продлится порядка 9 суток. И там, где мы успешно проведем испытания и оперативно завершим ремонты, мы подадим воду досрочно.